Степашка! Каркуша! Здравствуйте, ребята! И куда они подевались? Каркуша! Срочное сообщение! Срочное сообщение! Срочное сообщение? Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Извините, но нас сегодня... На передаче не передачи не будет! Что это такое? А ну, быстро домой! Да мы не можем! У нас уважительная причина! Мы улетаем немедленно! Да, в Париж! Макс, Банни! Твитти! Цыпленок, Твитти! Мы тут! Наши друзья Макс, Банни и Твитти примчались на волшебных коньках в Москву, чтобы передать нам приглашение на свое новогоднее выступление в Париже. Ну нельзя же такое пропустить! Да! Билет в Париж на новогоднее представление. А Бакс и Твитти успеют на свое выступление. Так у них же есть волшебные коньки и воздушный шар в придачу. Они могут облететь весь мир за 1,5 часа. Ой, а что это там под облаками, Степашка? Я думаю, Париж. А ты уверен? Пока я не найду одну штуку, нет. Какую штуку? Сейчас, мешай. Ой, ну где же она? Где же она? Вот! Вот она! Что это? Это Эйфелева башня, сестра нашей Останкинской. Там, где Эйфелева башня, там всегда Париж. А там, где Париж? А там, где Париж, там Баня и его друзья и его новогоднее путешествие. Ну где же оно? Тихо. Ты слышишь музыку? Кажется, слышу! Вот и Твитти! А вот Макс Банни и его путешествие! И все его друзья! Смотрим! Смотрим! Домой. Да. Надо спешить, чтобы встретить Бакс Банни и его друзей в Москве. Угу. Ну, летим! А ребята пусть пока посмотрят мультфильм! Да. Летим! Послушаемся их совета и будем смотреть мультфильм.